Многие у нас спрашивают, на какой мы ездим резине, что мы везде так пробираемся. И какие диски. Начнем с дисков. Диски обычные, штамповка. Украинский, UA. Значит, попробую показать. Или сейчас переверну фотоаппарат, чтобы было лучше видно. Вот такой вот диск. А сама покрышка Maxxis АТ-шная, Warm Drive. Сейчас покажу, у меня даже сохранилась от нее наклейка. Вот с таким вот протектором. А я скажу так, на этой резине я в прошлом году ездил в Сочи. Она прошла 14,5 тысяч километров в нашей поездке. И я еще постоянно езжу уже второй сезон на этой резине. Но первый сезон она очень много прошла. Я же говорю, 14,5 тысяч километров. А протектор практически не износился. Резина мягкая и очень устойчивая, как на трассе, так и в грязи. Ну, понятно, из-за протектора она немного шумит. Но для УАЗа этот шум совершенно не слышен, потому что УАЗ сам по себе машина, ну, шумная. И сейчас покажу наклеечку на шлепочку с этой резины. Вот ее маркировка на самой резине. И вот ее наклеечка специально на ключи наклеил. Думаю, вдруг мне нужно будет когда-то. Она у меня тут так и лежит. Значит, буквы АТ-980Е. Вот. Ну, вот такая вот маркировка. Так что, кому интересно, смотрите, покупайте. Мы очень довольны резиной. Очень довольны колесами, так сказать. Они очень хорошо себя показывают. Даже несмотря на то, что у меня в машине нету блокираторов полных, то есть если на двух мостах, то хорошее сцепление с дорогой имеют только два колеса из четырех. Если бы были блокираторы, то все четыре, ну, в болоте крутились, так сказать. Но очень хорошо они себя показывают в грязи, в проходимости, по камням, по... Ну, внедорожье, так сказать. Я не ставил сюда больше диски, не ставил сюда шире резину, выше, потому что потом начнет рвать трансмиссию. Зачем? Какой смысл? Поэтому брал резину под эту машину, та, что идет на с завода, 225 на 75, кажется так. Ох, не помню уже. Да, 225 на 75, R16. Вот, так что кому интересно, смотрите.